Это здание ТАССа, которое на самом деле российское телеграфное агентство Роста. Более известно как ТАСС. Да, то есть я пройду через этот самый. А вот приставка гитар мне представляется совершенно ненужной, бессмысленной. Ну, так получилось. Ну, вот эти вот плакаты. Они, кстати, в тему, наверное, тем картинам, которые я снимал на Гоголевском бульваре. Телеграфное агентство Советского Союза. Это звучит. Все остальное звучит, но не очень. Да, ну давай посмотрим, какие тут аппараты были. Ну вот за таким аппаратом я даже работал. Который делает вид, что он рабочий.